Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы собрали 1000 лайков на предыдущем видео. Спасибо вам, огромные условия все те же. 1000 лайков и новое видео. Ребята, сейчас прям появится комментарий, который вы пишете мне. И именно с этим монстром мы будем играть в экстремальные прятки, но не сегодня, а в следующем видео. Так что пишите ваши комментарии, ваших монстров, с кем сыграть в экстремальные прятки. И это будет на моем канале. Но прежде нужно собрать 1000 лайков, ну и подписаться на мой канал. Ребят, со мной моя собака Лаки. Лаки, немецкая овчарка. Лаки помогает мне искать монстров, или наоборот, она запутывает монстров для того, чтобы они не смогли найти меня. Мы Лаки только дрессируем, она щенок, ей 4 месяца, поэтому Лаки только учится это все делать, но она умница, и она очень знает много команд. Если хотите, я покажу эти команды на отдельном канале. У меня есть канал Sweet Pets, где я снимаю влоги с животными, с моими, с кошечками, с собачками и так далее, ребята. Так что подписывайтесь и не забывайте подписываться на канал Ясинская Pets, где я рассказываю страшные истории. Кстати, там уже 11 тысяч подписчиков. Спасибо вам большое. Надеюсь, скоро доберемся до сотки и получим серебряную кнопку на второй канал Ясинская Pets. Так что прямо сейчас переходите, подписывайтесь и возвращайтесь, продолжайте смотреть это видео. Потому что сегодня, ребята, я очень много читаю комментариев, что люди не верят, то, что я действительно увидела сиреноголового. Все говорили, что его плохо видно, что я плохо его засняла, и вы не смогли рассмотреть его таким, какой есть на самом деле сиреноголовый. И сегодня, ребята, мы поиграем в экстремальные прятки с сиреноголовым, но прятаться будет не он, прятаться будем мы с вами, а точнее я, конечно. И у меня сегодня две локации для пряток, и я попытаюсь сегодня поймать сиреноголового вот в эти сети. Я, конечно, понимаю, что он легко из них выкарабкается, потому что что такое сиреноголовый? Сиреноголовый — это такие у него... Кстати, мы делали куклу Вуду на сиреноголового. Вот я даже могу показать куклу Вуду на сиреноголового. То есть у него из головы торчат два вот таких вот граммофона. И его тело это обожженная, мумифицированная кожа, похожая на ржавый металл. И здесь у него повсюду проволоки. В общем, конечно, его невозможно будет поймать вот на такую сеточку, но у нас нет цели его поймать, у нас есть цель его как бы задержать. Я попробую набросить эту сетку на него, и когда он немножечко замешкается, в этот момент мы перепрячемся в другое место. То есть, понимаете, чтобы мне сменить локацию пряток, мне нужно как-то отвлечь сиреноголового. И я попытаюсь это сделать при помощи этой сетки. Ребята, ну, вроде бы я все рассказала. А, кстати, да. Я хочу еще записать поподробнее то, что говорит сиреноголовый, поэтому у меня здесь две рации. Одну я оставлю. Черт. Походу, сиреноголовый уже пробивается из потустороннего мира. Вы слышали этот звук? Короче, ребята, одну рацию я оставлю здесь, где я открою портал при помощи доски для вызова духов. Вторую я заберу себе. И также мы будем сегодня снимать на две камеры, ребята. На эту камеру и на камеру, которую снимает Дима, чтобы более подробно успеть все запечатлеть. Короче, с вас лайк, подписка, и мы погнали. Сиреноголовый, приди. Сиреноголовый, приди. Сиреноголовый, приди. Сиреноголовый, ты здесь? Сиреноголовый, ты здесь? Да. Сиреноголовый, я хочу сыграть с тобой в экстремальные прятки, но прятаться буду я. У меня есть два варианта. И я начинаю экстремальные прятки, если ты готов. Дай знак. Если ты готов. Черт, я поняла.
Все, прячемся в первое место. Итак, ребята, первой локацией будет чердак. Мы сейчас спрячемся на чердак и попробуем увидеть сиреноголового, если это получится. Черт. Так, пока я его не вижу. Сиреноголового. Пока не видать, значит, у нас есть еще время спрятаться. Господи, как высоко. А, черт, страшно. А, так, главное не свалиться. Итак. О, здесь ветрище. Ай, занозу словила. Так, ребята, мы с вами на чердаке. Сейчас я поставлю камеру. Полезем дальше. Так, есть. Ребят, мы наверху. И именно здесь мы будем прятаться от сиреноголового. Черт. Я давно тут не была. Так, слушать. Главное еще слушать. Так, сейчас попробуем послушать. Звук какой-нибудь есть, нет? Сиреноголовый. Экстремальные прятки начались. Ничего не слышно. О, черт! Он запищал. Так, походу он ищет уже нас. Давайте заглянем. Может быть, отсюда что-то видно. Черт, ничего не видать. Проберемся. Сейчас там в конце посмотрим. Так. Ребята, слышите этот звук? Этот звук произносит сиреноголовый. Значит, он где-то здесь, с этой стороны. Я не вижу его. Блин, мне нужно попробовать заснять его. Короче, ребята, придется рискнуть. Нам нужно будет открыть дверь на чердак и смотреть прямо отсюда и надеяться на то, что... А, вся в занозах. Надеяться на то, что сиреноголовый нас не заметит, потому что нам нужно еще сменить локацию. Черт! Черт, 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 черт! Блин, я забыла сетку, на которую я хотела накинуть. Придется искать что-нибудь отсюда. Какая-нибудь тряпка. Что здесь? Ага. Вот. Есть что-то типа занавески. Я это брошу ему на голову. Так, ребята. Все. Погнали. Так, я открываю дверь с чердака. Я слышу его. Я слышу его шаги. Ребята, у нас установлены камеры. Возможно, если он на них попал, вы прямо сейчас можете видеть его. Я слышу, что он идет сюда. Черт. Он идет прямо сюда. У нас есть шанс заснять его очень-очень близко. Так что сейчас, ребята, я положу свою вторую камеру. И мы на хорошую камеру снимем сиреноголового. Очень-очень близко. Близко. Господи, какой же он страшный. Вы видите его? Очуметь. Просто жесть. Просто жесть. А, ребята, сиреноголовый только сейчас прошел мимо. Но сейчас я его призову вот этим звуком. Звуком рации. Он придет сюда, и я накину на него вот это полотно. Все нужно делать быстро. Потом мы будем менять локацию, побежим в новое место. Успеем спрятаться, еще попробуем заснять его оттуда. И если у нас получится и с этого места близко к доске для вызова духов, чтобы... Черт.
Походу, он нас услышал. Очуметь. Я слышу его шаги. Так, нельзя терять ни минуты. Сейчас. Черт, он здесь. Господи. Кидаю на счет три. Раз, два, три. Черт! Он попался. Черт, он выпутался, убежал. Но пока мы его отвлекли, нам нужно спускаться. Нам нужно скорее спускаться. Так. Аккуратно. Бежим. Черт, черт, он близко. Вы слышите? Это как будто он задыхается, бежит за нами. Ну, она слышит его. Залазим наверх. Ребята, мы залазим. Ребята, мы залазим на второй этаж. Дома. Дома. На дереве. И здесь будем прятаться. Вот, на втором этаже. Сейчас я вам покажу. Сиреноголовый идет сюда. Я должна замолкнуть. Я слышу его по рации. Он как-то ловит эти частоты, понимаете? Он их ловит. Так, сейчас, ребята. Так, сейчас. Сейчас вы увидите сиреноголового. Ребят, вы видите? Он идет сюда. Ребята, я надеюсь, что вы достаточно. Посмотри. Черт, он идет сюда! Черт! Черт! Успели! Мама дорогая! Господи! Черт! Так. Господи, он близко! Нет! Шмар, заткнитесь! Черт! Господи, он близко! Нет! Выключайтесь! Боже мой! Сиреноголовый покинет этот мир! Прощай! Черт! Все, конец связи. Ребята, он был так близко. Он практически подошел сюда. Я видела его. Эти ржавые, обугленные ноги. Если бы мы не успели, я не знаю, что было бы в этот раз. Хорошо, что рации дают сигнал, когда он приближается. Они звучат гораздо громче. Ребята, короче, я надеюсь, что в этот раз вы хорошо разглядели сиреноголового. И прямо сейчас напишите в комментариях, с кем сыграть в экстремальные прятки в следующем видео. Имя монстра, лайки, больше лайков, чтобы я увидела 1000 лайков и новый ролик. С вами была я, Ирина Ясинская. Всем до новых встреч в новых мистических видео. Пока! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы снова собрали 1000 лайков, а это значит, что сегодня новое видео, и со мной снимается моя собака Лаки. Поставьте лайки Лаки за то, что она у меня такая умница. Она помогает мне находить монстров и духов, она их видит, и помогает также, если они нападают на меня, она их отпугивает. Ребята, вы знаете, что завтра у меня день рождения, поэтому завтра будет суперское видео. В любом случае, соберете вы 1000 лайков или не соберете, в любом случае я вас порадую на свой день рождения своим новым видео. Так, ребята, еще я хотела рассказать вам, что за видео будет сегодня. Это будут экстремальные прятки с братом сиреноголового. И у вас есть ровно несколько секунд для того, чтобы прямо сейчас написать в комментариях, кто же брат сиреноголового. Ребята, пишите ниже в комментариях, кто это будет, а я буду считать. 5, 4, 3, 2, 1. Итак, я надеюсь, что многие из вас догадались, что сегодня будет новый монстр, который мало кому известен, но он уже практически у каждого на слуху. Это светофороголовый
Просто жесть, ребята. Новый монстр светофороголовый. Это брат сиреноголового. То есть вместо головы у него на голове светофор. И знаете, как он убивает? Он включает свои огни, вот эти красный, зеленый и оранжевый, очень часто, и они начинают как бы моргать, и тем самым он сбивает свою жертву с толку и нападает, и убивает этим светом, он сводит с ума. В общем, этот монстр просто жесть, поэтому прямо сейчас мы сыграем в экстремальные прятки со светофороголовым. И как вы думаете, где мы будем играть? Мы будем прятаться от него в колодце на глубине 3 или 4 метров, да, там, по-моему, Дим? Два метра, на глубине 2 метров мы будем прятаться от светофороголового и попытаемся его заснять на камеру, потому что я надеюсь, что он туда не проникнет. Для того, чтобы не ослепнуть и не сбиться с толку, у меня будут специальные вот такие вот очки. Это очки для сварки, они не пропускают яркий свет, поэтому когда я призову светофороголового и спрячусь, если я почувствую то, что он подходит, я одену эти очки, чтобы он не сбил меня с толку. Видите, какие тут толстые черные стекла, которые не пропустят этот свет. Так, ладно, ребята, условия все те же, 1000 лайков и новые видео, но завтра в честь моего дня рождения будет видео в любом случае. Лаки, иди ко мне. Давай призывать светофороголового. Садись, девочка моя, садись, хо. Умница. Светофороголовый, приди. Светофороголовый, приди. Светофороголовый, приди. Светофороголовый, я хочу сыграть с тобой в экстремальные прятки. Скажи, ты согласен? Нет? Что-то это в первый раз такое. Светофороголовый, я буду прятаться от тебя. И если ты меня найдешь, то я, так и быть, я исполню твое желание, и ты останешься в этом мире еще на целый день. Ты же хочешь остаться в нашем мире на целый день? Или я отправлю тебя в потусторонний мир? Ты хочешь остаться? Да. Тогда ты должен сыграть со мной в экстремальные прятки, и если ты меня найдешь, ты останешься в этом мире ровно на один день. Если нет, отправишься обратно в свой мир монстров. Ты согласен? Да. Окей, ребята, у нас есть несколько минут для того, чтобы спрятаться. Погнали. О, Лаки. Лаки не полезет со мной в колодец, потому что собаки, к сожалению, не умеют лазить по лестницам. И, не дай бог, она себе сломает лапу или еще что-то. Итак, ребята, вот тот самый колодец, в который я полезу. Посмотрите, как там глубоко. И реально сейчас, ребята, очень-очень сильно жарко. И внутри там тоже жара. Видите, там еще осталось то, что мы вызывали SCP-фонареголового. И сейчас мы будем спускаться для того, чтобы играть в экстремальные прятки с SCP-светофороголовым. Так, беру лестницу. Так, аккуратно. Главное не провалиться. О, черт. Так, ребята, надеюсь, вы поставили лайк, подписались на канал, а я вниз, туда, в колодец. Ой, мамочки, главное не шандарахнуться с этой лестницы. Очень опасно. Мамочки! Страшно. Я боюсь замкнутых сильно пространств. Господи. Не упала. Как же мне спуститься? О, все, Дим, я спустилась. Давай я подержу камеру, а ты вытаскивай лестницу. Сейчас. Аккуратно. Дима, вытаскивай отсюда лестницу.
О, черт, все. Все. О, Господи. О, какой кошмар. Так, Дим, давай, закрывай немного люк чуть-чуть и оставь. Все, а сам спрячься где-нибудь, понял? Все, давай. А, на палец. Фух, черт. А, сыпется сверху. Все, 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 побольше оставь. Побольше, я хочу светофор голову заснять. Чуть-чуть открой. Ага. Фух. Так, ребята, мы чуть-чуть оставили для того, чтобы я смогла наблюдать за светофороголовым. Хорошо, что здесь есть табличка SCP. Видите? Надеюсь, что он будет проходить где-то здесь, мимо. А сейчас мы с вами оденем вот эти вот очки. Так. О, здесь жутко. Как в гробу. Реально, как будто в гробу. Еще сверху, когда это одевалось, на меня песок какой-то насыпался. Черт. В них я вообще ничего не вижу. А, ребят, это не пойдет. Я в этих очках вообще ничего не вижу. Попробуем. Я что-то слышу. Так, ребята. Походу, это светофор головой. Сейчас, погодите. Я направлю камеру. Потихоньку. Так. Сидим, ждем. Я слышу. Какой-то шум. Походу, это светофор головой, ребята. Стопудово. Черт. Тихо, тихо, тихо. О, Господи. Что это? О, черт. Что это? Я не понимаю, что это. Вы видите? Какой-то скелет сюда смотрит прямо. О, черт. Вы видели огонек? Господи, вы видите эти огни? Боже мой, это просто жесть. Это реально светофороголовый. О, черт! Руки, его когти. Господи, главное, что он не заметил. Главное, что он не заметил. Вы видите эти огни? Черт. Тихо. Видите, синий, зеленый, красный. Ребята, светофороголовый. Наблюдает за нами сверху. Он никак не поймет, что я здесь на глубине. Посмотрите. Он кидает свои огни сюда. Везде какие-то огонечки. Здесь. Черт, смотрите. Это огоньки от светофора голова. Это реально просто жесть. Так. Что-то происходит. Походу он уходит. Ребят, я хочу посмотреть на него поближе еще раз. Это просто жесть. Здесь просто уже нечем дышать. Сейчас я попробую его призвать сюда. Он настолько не понимает то, что я здесь, в глубине этого колодца. Еще раз попробуем посмотреть на него. Вы готовы? Давайте, ребята. А! Черт! Кто-то идет. Я слышу. Когти. Мама! Ричард! Нет! Это светофор головой! Черт! Нет! Нет! Это он! Он ушел. Я не пойму. Может быть, у светофора головы нет ушей, но он чувствует меня. Господи! Что происходит? Этот свет! Прямо в глаза! Нет! Нет! Черт! Свет! Глаза! Черт! Закрыть! Скорее нужно закрыть! О, черт! Ребята, у меня что-то с глазами. Я плохо вижу. Ребята, светофор головой чувствовал, что я здесь, но он не смог до меня добраться, он не смог до меня дотянуться. Он куда-то идет. Я не могу вам показать. Он ушел, здесь была тень. Походу, нам пора выходить. Дима! Дим! Что происходит? Не могу открыть люк. Дима! Дим!
Дима, он ушел! Открой! Не могу поднять люк. Открой люк! Не могу открыть его! Господи! Возьми камеру. Что произошло? Он ушел куда-то туда, в лес. Он ушел куда-то в лес. Я его видела. Он прямо в глаза своими огнями. Огнями от светофора красным, зеленым и оранжевым. Помоги выбраться. Я не смогла одеть эти очки. В них вообще ничего не видно. Полный мрак. Руку дай, больно. Как он выглядит? Подожди, дай дышаться. Огни, чудовищная голова, чудовищные когти. Так, нам нужно завершить обряд, отправить его в потусторонний мир. Мне так хреново никогда не было, ребят. Я не знаю, эти огни будто одурманили мой мозг, я ничего не понимала. Еще этот колодец, там как в гробу, это замкнутое пространство. Мне очень плохо. Господи, ребята, этот монстр нереально напугал меня. Господи, ребята, скорее. Светофороголовый покинет этот мир. Светофороголовый покинет этот мир. Светофороголовый покинет этот мир. Прощай. Ребят, эти монстры реально опасные. Я делаю это для того, чтобы вы увидели, какие они в реальном мире, в нашей жизни, в реальности, понимаете? 1000 лайков и новое видео. А с вами была я, Ирина Ясинская, и всем до завтра. Пока! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы будем играть в экстремальные прятки с сиреноголовым. Я скачала специально для того, чтобы призвать сиреноголового звуки. И вы знаете, я очень много видео про сиреноголовых посмотрела в интернете. Ребята, да, перед началом не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Это моя собака Лаки, она снимается вместе со мной. Ставьте Лаки лайки. И, кстати, у Лаки есть свой канал, называется Sweet Pets, что в переводе «сладкие питомцы». Там сегодня вышло видео, ребята, так что обязательно перейдите, посмотрите потом, когда смотрите это видео, ребята. И там еще будет очень много-много роликов про моих домашних питомцев. В общем, ребята, для того, чтобы призвать сиреноголового, необходимо включить звуки сирены подобных ему монстров. То есть я сейчас закачала несколько абсолютно разных звуков, которые люди зафиксировали, когда видели сиреноголовых настоящих, понимаете? В общем, их сиреноголовых так же много, как нас, людей. Они немного разные по виду, разные по внешности, и мы начинаем сегодня охоту на них. Я, ребята, спрячусь в укромном месте и не просто так, как раньше, за дерево там или как-то. У меня специальная камуфляжная такая сетка, которую я сейчас накину на себя в лесу, и там из леса включу звуки сиреноголового. По периметру моего дома, здесь вокруг, в разные стороны расставлены скрытые камеры, и мы вместе с вами в режиме реального времени, то есть через мой телефон, будем наблюдать, что происходит в этих камерах, для того, чтобы сиреноголовый нас не заметил, мы и спрячемся с вами. Так что, ребята, я надеюсь, что все понятно. Если непонятно, вы все сейчас поймете по ходу. И сегодня у нас будут экстремальные прятки с сиреноголовым. Погнали! Сейчас очень много видео про сиреноголовых, а особенно очень много видео про экстремальные прятки. Вот. Но, ребята, и многие они прячутся друг от друга, но только я прячусь от реальных монстров, от таких монстров, как сиреноголовый и другие. Фонареголовый, светофороголовый вы знаете. Если вы не видели эти видео, то обязательно зайдите на мой канал и посмотрите все последние видео или плейлист «Экстремальные прятки». Ох. Как видите, что я уже снимаю ближе к ночи, потому что я считаю, что это будет
лучше нам видно. У нас небольшой закат здесь. Туда будут направлены камеры. И здесь у меня с собой еще одна камера. Вот она. Я ее установлю прямо в том месте, где я буду прятаться. Пойдемте. Вообще такое интересное существо. Когда чем больше я узнаю про сиреноголового, тем страшнее мне становится. Потому что говорят, что он, в принципе, вообще не щадит никого. Но из-за того, что у него огромный рост, как бы он в лесу плохо находит, то есть на свободной местности. То есть это среди больших каких-то домов, либо где-то в поле. В общем, ребята, будем надеяться, что нас обойдут стороной. Итак, смотрите, ребята, это наш дом на дереве, который мы разобрали, потому что у нас здесь были доброжелатели, которые все тут поломали, мы решили все разобрать. Вот здесь я установлю камеру, она специально будет направлена наверх. Итак, ребят, сейчас. И она будет писать сиреноголовый, если вдруг он пройдет мимо. Вот я нажала на запись, ребята. Все, камера пишет. Нам осталось лишь спрятаться и призвать сиреноголового. Так, я это буду делать вот так. Пока я обустраиваю свое место, где я буду прятаться от сиреноголового, вы, ребята, не забывайте поставить лайки. Так, надо ее вот так сделать. Отлично, вот так. И поверх я устанавливаю камеру. Короче, я надеюсь, что я просто сольюсь с листвой. Видите, как я придумала себя немного замаскировать. Сейчас мы вынем все из пакета, потому что нам нужно еще по дну сделать вид, как будто бы это листва. И я надеюсь, что сиреноголовый сверху не заметит нас. А наши скрытые камеры могут его заснять. Итак, пакет я спрячу сюда. Окей, ребята, заходим в наше место. Отлично. Сейчас здесь немножко еще вот так обустроим. Так, есть. Ребята, я думаю, что это обалденно. Надо еще будет доработать это место, если хотите, чтобы я полностью... Лаки, осторожно, это сетка. Отлично, Лаки нашла вход. Все, Лаки, нельзя. Тихо. Все, короче, ребята, уже нет времени откладывать. Давайте вызывать. Ребята, и вы знаете, 2000 лайков и новое видео. Погнали. Сейчас я буду включать звуки сиреноголовых. Они на разных частотах. Так. Ага. Отлично. Я раньше так никогда не призывала сиреноголового. Обычно я вызывала через доску для вызова духов. Ребята, это один из звуков сиреноголовых, который блогеры или сталкеры они записали на свой диктофон. Поэтому сейчас он и прозвучал. Будем надеяться, что сиреноголовый появится. А мы прямо сейчас подключаемся к нашим скрытым камерам через телефон. Лаки, пожалуйста, ты запутаешься, ты меня выдашь, ты понимаешь? Иди сюда ко мне. Сиди со мной здесь, тихо. Тихо, 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 не ходи никуда. Ты меня сдашь сиреноголовому, ты понимаешь, Лаки, нельзя. Так, отлично, ребята. Сейчас я подключилась к камерам. Видите, камера направлена на поле. Смотрите, офигеть, черт, что это за жесть? Что-то проморгало. Мамочки, господи, офигеть. Ребята, вы видели? Вы видели этого сиреноголового? Он как будто был необычный, он как будто был металлический, что ли, или железный. Я первый раз такого вижу. Обычно сиреноголовый, он состоит из каких-то как бы из веток, из проводов, вернее, из проводов, да, точно. А этот как будто бы металлический, ребята. Давайте переключимся на другую камеру, на нашу.
Нереально. Ребят, вы видели это? Так, у меня есть возможность промотать. Смотрите еще раз. Смотрите. Очуметь! Он реально металлический какой-то. У меня прямо в поле пробежал сиреноголовый металлический. Вы видели? Очуметь, ребята. Я реально не думала, что это получится. Короче, ладно, ребята, у меня есть еще одна камера. Сейчас я к ней подключусь. Погодите, у меня всего здесь установлено 5 камер, ребят. 5 локаций, прикиньте, на которые может попасть сиреноголовый. И главное, чтобы, когда он, если вдруг придет сюда и будет наблюдать, чтобы он нас не нашел. Так, офигеть, так. Еще одна камера, и он и сюда попал. Это Стоп! Офигеть! Это здесь! Он где-то здесь, ребята! Вы слышите эту сирену? Он прямо здесь, рядом с нами! Очуметь! Смотрим! Ребята, он ищет нас! Он ищет нас! Он где-то здесь! Черт! Обалдеть! Вы слышите этот звук? Я просто сейчас оглохну! Вот! Еще одна камера на наш забор! Он ушел! Ребята, сиреноголовый ушел! Он, наверное, услышал звук сирены и спрятался. Он убежал отсюда. Видимо, может быть, он понял, что это обман. Слава богу, что он нас не заметил. Это офигенное, офигенное место, которое я придумала. Здесь сиреноголовый меня не увидит. Но суть в том, что я не предусмотрела. Он убежал куда-то в ту сторону. Пойдемте попробуем. Вдруг мы его сможем заснять на камеры. Посмотрим, сиреноголовый пробежал по дороге прямо туда. Если у нас получится, мы сможем его увидеть еще со спины на обычную камеру. Очень-очень умный монстр. Он, походу, понял, что его обманывают и убежал. Сейчас я вам покажу это место. Сейчас, ребята, погодите. Так, у меня вот там стоит камера. Она направлена, ребята, прямо вот на этот забор. Вот на этот забор, ребята, направлена камера. Прямо сюда, он побежал туда. Посмотрите, это... Господи, это столбы или мне кажется, что это сиреноголовый? Офигеть, ребята, я реально боюсь. Слушайте, походу, значит, очень много разных сиреноголовых обитает здесь. Их можно призвать на разных частотах, разные звуки сирены. У меня есть еще очень много звуков, вы сегодня увидели. Походу, давайте его назовем какой-то металлический или железный сиреноголовый. Есть, наверное, какие-то другие еще существуют, ребята. Пишите в комментариях, каких сиреноголовых вы знаете, ребята. А также пишите еще других монстров, с которыми вы хотите сыграть в экстремальные прятки. Ну а с вами была я, Ирина Ясинская. До новых встреч в новых мистических видео. Пока! Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сегодня будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. А перед началом не забывайте поставить лайк, ведь вы знаете, больше лайков, чаще видео. А также сделайте красную кнопку, подписаться серой. И, ребята, давайте же узнаем, что будет сегодня за видос. Я снова потратилась, ребята, но это все ради вас, ради того, чтобы вам нравилось то, что я снимаю. У меня возникла невероятная идея, и да, вы знаете, это стоит достаточно очень дорого, но я заказала на сайте Darknet мороженое сиреноголового. Вы могли себе представить, что вы идете обычно в магазин, и там продают мороженое сиреноголовый, мороженое Cartoon Cat. Мне кажется, это просто бомбически. Что там будет, какой она будет, я понятия не имею, я видела лишь обложку на сайте Darknet. Как выглядит это мороженое на самом деле, мы узнаем прямо сейчас. Ведь курьер сайта Darknet уже принес его в назначенное время, и мы с вами сейчас отправимся прямо туда. Воу, ребята, а здесь в этом конверте у нас находятся денежки, которые мы должны передать курьеру. Сама передача будет состоять в том, что я оставлю, сделаю фото, отправлю ее курьеру сайта Darknet, и через какое-то время мне привезут это самое мороженое, ребята. Я надеюсь, что это будет быстро. Для вас это будет, конечно, очень быстро. Мне придется подождать какое-то время, может быть, даже более 2-3 часов. Кстати, со мной снимается моя собака Лаки. Лаки, ставьте лаки. Вы знаете, Лаки немецкая овчарка, и она обучается охоте на злых духов. Лаки. Она просто злится, когда она чует что-то плохое. Я надеюсь, что после того, как я попробую мороженое сиреноголового, Лаки меня не съест, а узнает. Потому что по итогу, по легенде, либо сиреноголовый должен будет прийти, либо...
Я превращусь в сиреноголовую. Я, короче, не знаю, что произойдет, ребята. Мы узнаем совсем скоро, как только состоится передача. То есть, когда я отдам денежку, и мне дадут этот товар. Итак, ребята, на нашем доме на дереве мы оставляем конверт поблишком. Главное, чтобы его никто не взял, поэтому я всегда проверяю. И в доказательство того, что я оставила эти денежки, мы с вами сейчас сделаем фото. Итак, фото. Чик-чик. Итак, ребята, фото сделано. Прямо сейчас я его отправляю курьеру. И, ребята, нам придется подождать, но вы совсем скоро уже увидите, а мы сейчас идем ждать. Итак, ребята, как вы думаете, какое на вкус это мороженое? Ну, по крайней мере, оно холодное, но чуть-чуть уже подтаяло. Смотрите, как это все вообще прикольно. Я просто в шоке. Значит, здесь siren head, то есть что в переводе сиреноголовый. Ice cream. Ребята, я даже не знаю, как его доставили, где их изготавливают. Возможно, у нас здесь, в нашем городе, есть какой-то офис Darknet, где они изготавливают всякие такие штучки, блин. Просто очуметь, посмотрите на это. Здесь изображение сиреноголового и написано Siren Head, сиреноголовый ice cream, мороженое. Да, Лаки, посмотри, посмотри, иди сюда. Посмотри, какое мороженое. Ну-ка, понюхай. Можно его есть? Можно? Можно? Скажи, голос, 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 Лаки, голос. Ну, что, вкусное мороженое? Хочешь мороженое? Скажи, голос, голос. Чего-то она не говорит голос. Если бы она хотела, наверное, это мороженое, она бы сказала, что вкусное мороженое. Или ты говоришь, чтобы я его не ела, Лаки. Не надо мне есть это мороженое. Ну как же, я заказала, теперь у меня, как говорится, ответственность перед моими подписчиками. Ты хочешь, чтобы я тебя погладила? Лаки очень ласковая собака, но в то же время она хорошая охранница. И она, я уверена, что она учует, если что-то будет не так. Если что-то будет плохо, да, если будет кто-то плохое с хозяйкой происходить. Давайте, в общем, открывать тогда мороженку. Давай, Лаки, открывать мороженку. Ты будешь в центре внимания, да? Так, окей, отлично. Так, ребята, все, я распаковываю его, а то она уже тает в моих руках. Просто бомба. Лаки, ты с ума сошла? Ты чего? Слезь со стола. Обалдеть. Она такая прыгучая, как белка. Что это такое? Это не надо. Это не надо. Это дети ели. Не веди себя, как будто ты голодная. Покушала, покушала. Так, короче, смотрим, ребята. Открывается где-то. Лаки, ты сумасшедшая, она залетает как. Лаки, ты что делаешь? Уйди со стола, Лаки. Я все равно попробую это мороженое. Уйди со стола. Уйди, не мешай мне. Уйди. Слезь со стола, Лаки. Какой-то ужас просто. Ты невоспитанная ты собака, Лаки. Ты будешь лежать на столе? Лаки, не, нельзя тебе мороженое. Это для людей плохое. Иди, слази, слази, Лаки, со стола. Слази со стола. Иди сюда. Короче, ребят, чтобы Лаки не съела, я здесь буду открывать. Она просто что-то сумасшедшая. Она запрыгивает прямо на стол. Она просто как белка какая-то. Я первый раз вижу, чтобы собака прыгала так высоко, наверное. Если ее прям конкретно дрессировать, она на дерево залезет. В общем, крутая. Так, что-то я не понимаю, как мне здесь открывать. Ага. Вот это вот надрывается. Отлично. Блин, оно реально уже прям все тает у меня в руках. Итак, крышечка даже такая, смотрите, с ногами сиреноголового. Я просто балдею. Так, отлично. Итак, ребята, здесь какая-то шоколадочка. Шоколадочка, которая в мороженом вся. В принципе, пахнет, ребята, нормально. Пахнет мороженым. В общем, ребята, впервые на YouTube я пробую мороженое сиреноголового. Просто что будет происходить дальше, я не знаю, возможно, вообще ничего. Но так главное, чтобы не накапать, чтобы Лаки не попробовал. Короче, я беру на себя полную ответственность, так что вы никогда ничего не заказывайте на сайте Darknet, тем более не ешьте ничего подобного, потому что может произойти все, что угодно. А я начинаю пробовать. Как по вкусу? Как мороженое. Слушай, может, как обычное мороженое? Сиреноголовое. Слушай, обычное мороженое. О, чё за фигня? Вот черт. Надо убрать это мороженое повыше, чтобы Лаки, не дай бог, не попробовал, потому что
Неизвестно, что произойдет с собакой. Прикиньте, если собака попробует... Давай на второй этаж. Мороженое сиреноголового, да? Я уберу сюда. Короче, я все, что хотела сказать. Я там... Да черт! Что происходит, Ирина? Я... Короче... Блин, я даже сказать не могу. Я сказать не могу. В общем, после того, как я съела это мороженое, у меня во рту, как сказать вам, тонтил когда-нибудь хурму, что там? Все вяжет. Вот так, вяжет все. Вяжет все. Лаки, лаки, фу! Лаки. Она чуть не съела крышку, блин. А если она ее облизала? Лаки, нельзя прыгать. А если ты ее облизала? Если, блин, как я могла так поступить? Как я могла эту крышку уронить? Ну, я думаю, что там не было мороженого, она не успела, я ей сказала. Блин, Лаки, ты что, с ума сошла? Черт, у меня сейчас щеки изнутри как будто высохнут. Я не знаю, как это объяснить. Черт, черт. Давай я тебе схожу за водой. Я как будто... Нет, сохну. Есть. Да, пить хочется. Я прям сохну. На. Сейчас, 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 я воды принесу. Сох, давай. Жди, жди, жди меня. Блин, сейчас... У меня сейчас язык присох. Так, черт, где вода? Ирина! Ирина, ты где? Черт, Ирина пропала. Что это за звук? Ирина! Где ты? Черт, мне кажется, в лесу кто-то есть. Черт, что-то произошло. Ирина съел мороженое и превратил в сиреноголового. Что это за звук? Нет, нет. Чертов звук. Где ты? Что это за звук? Идет звук, не пойму. Ирина! Ирина! Ирина, ты здесь? Лаки! Лаки! Где Ирина? Черт, что-то произошло. Где? Ирина! Ты где? Слышь ты? Звук все сильнее. Лаки! Лаки, где? Лаки, чё? Лаки, Лаки! Где Ирина? Покажи! Надо ее спасти! Лаки! Где? Где ты, слышишь? Где ты, здесь? Лаки! Ирина! Где ты? Ирина! Черт, опять этот звук! Лаки, стой! Ты слышишь? Где она? Веди меня к ней! Ты ее учуяла? Лаки! Лаки! Лаки, ты нашла? Покажи, Лаки, что ты нашла? Лаки, что там? Где Ирина? Лаки, нам надо срочно найти Ирину. Лаки. Черт, я что, заблудился? Лаки, где Ирина? Ирина, где ты?
ничего не понимаю. Как так получилось? Я отвлекся, пошел за водой, услышал какой-то звук. И все. Ирина, ты где? Мне кажется, я нашел. Я нашел выход. Лаки, там где? Я нашел выход, ребята. Я нашел выход. Я нашел. Вот выход. Чёртовы сиреноголовые. Вот выход. Черт, я что-то вижу. Это что? Что это там? Ирина, где ты? Лаки, Лаки, где Ирина? Веди меня, Лаки. Ты чуешь? Где Ирина? Лаки! Где? Лаки потерял след. Надо вернуться. Звук оттуда. Ирина, где ты? Ирина! Ирина, ты где? Лаки, ты нашла Ирину? Ирина! Ирина, ты где? Что происходит? Ирина! Ты где? Ты здесь? Ты здесь? Сейчас я открою. Ирина, как ты сюда попал? Я не знаю. Походу, сиреноголовый прятался от тебя. От черта. Как ты сюда попал? Ой, Дима. Ты ушел, меня как будто разорвало, я исчезла, меня кто-то поглотил, как будто меня кто-то съел. Походу, я все-таки превратилась в сиреноголового, ребята, после того, как попробовала это мороженое сиреноголового, которое мы заказали с Димой на сайте Darknet. Короче, это была полная жесть, ребята, походу, сиреноголовый специально меня засунул в этот чертов, блин, багажник. Ребята, это правда, это нереально, это была полная жесть. Я надеюсь, что вам понравилось. Это просто какой-то ужас. Мне кажется, что меня просто какая-то тьма поглотила. Короче, ребята, с вас лайк. И давайте соберем на этом видео 2000 лайков, пожалуйста. Я вас очень прошу, не забывайте ставить лайки. Если не нравится, ставьте дизлайки. И пишите в комментариях свои вопросы, ведь на них я буду отвечать в сторис на своем YouTube-канале. Ребята, любые вопросы, какие угодно, я полностью для вас открыта, ведь вы моя семья. Надеюсь, что я ваша тоже. С вами была я, Ирина Ясинская. До новых встреч в новых видео. Пока! Как он? Черт! Что произошло? Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы будем вызывать сиреноголового. Ребят, как вы и хотели. В предыдущем видео я показала вам настоящего палочника. И эти персонажи из организации SCP, о которых
просто ведется расследование. А здесь со мной вместе моя собака Лаки, которая уже рвется в бой на поиски сиреноголового. Так что, ребята, лайк, подписка, и мы призываем сиреноголового. А, кстати говоря, ты меня всю испачкал, ты понимаешь? Ты понимаешь? Ребята, у нас новые видео в ТикТок вместе с Лаки. Там Есинская 58, так что ищите, ссылка в описании на ТикТок. Прикольное у нас там видео. Ай, уже, по-моему, 19 тысяч подписчиков. Лаки, пожалуйста, я тебя прошу, не мешай мне духов вызывать. Все, нельзя. Тихо, все. Тихо, тихо. Сейчас она влюбляется. Лаки, нельзя, все. Лаки еще ребенок, поэтому она ведет себя очень энергично. Нельзя! Так, все, я вызываю сиреноголового. Лаки, сидеть, сидеть. Нельзя. Шу. Сиреноголовый, приди. Сиреноголовый, приди. Сиреноголовый, приди. Итак, расскажем историю о сиреноголовом и где мы его будем искать. Всю меня испачкало, я как свинота. Ну ладно, это сейчас не важно. Нельзя. Прыгать нельзя. Значит, сиреноголового встречают в основном в отдаленных местностях, таких как у нас, в маленьких населенных пунктах, в деревушках. И они представляют собой что-то, ну, по типу вот этого столба. Только в ночи видятся всегда рядом со столбом какие-то, типа, смотри, грибочки пошли. Опа, ребят, видели, у нас грибочки уже растут. Ну, какие. На, будешь грибочек? Полезно. А, у них, как они называются, Дим? Вот, боже, ну, которые громкоговорители. И они установлены на столбе. И люди часто замечают то, что рядом со столбом вот эти вот громкоговорители торчат в разные стороны. И людям часто видится то, что это именно сиреноголовый. Его и называют, что вот эти сирены. То есть и звук, они звук издают. Люди, да, люди часто слышат либо какой-то белый звук, просто шум, либо они слышат как бы повторяющиеся отголоски, как эхо своих голосов. То есть вот то, что я сейчас говорю, я должна слышать как эхо. И это будет означать о том, что мы приближаемся к сиреноголовому. Или же он может какие-то звуки другие. Его, кстати, очень часто видят в России. И в других странах очень часто видят. И это реально прямо разбирали, потому что есть куча фотографий в интернете, где прямо отчетливо видно сиреноголового на кадрах. И мы сегодня при помощи доски для вызова духов, доски для открытия портала, мы призвали сиреноголового для того, чтобы он появился где-то здесь рядом. И если нам удастся, мы сможем заснять его на нашу камеру и показать его вам. Главное, что нужно быть очень предельно осторожными, потому что, ну, неизвестно, как он может отреагировать, потому что зачастую сиреноголовый он встречает только по одному людей. А он не любит, когда много. Например, когда шумными компаниями там идут на него смотреть, он нет, максимум 1-2 человек, как мы. Я еще не знаю, как. Что там, Лаки? Я еще. Нельзя прыгать. Я еще не знаю, как отнесется к тому, что мы идем вдвоем вместе с Димой еще с собакой. Ладно, ребят, мы сейчас заходим как раз вглубь леса, где часто появляются. Лаки даже найти не хочет, отключилась. Погоди, погоди. Я сейчас буду говорить. Сиреноголовый, ты здесь? Должен ответить. Сиреноголовый, ты здесь? Сиреноголовый, ты здесь? Я что-то слышу. Погоди, погоди. Thank you.
Рената. Лаки, ты перестанешь прямо под ноги прыгать. Сиреноголовый, ты здесь? Сиреноголовый, ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Слышу. Бежим. Ты его слышишь? Тихо. Дай сюда. Скорее, сюда. Черт. Ну, мне кажется, я его видела. Черт, погоди. Погоди, сейчас. Черт. Лаки, нельзя. Тихо. Блин, я не вижу его. Я видела его прямо здесь. Черт. Я не знаю. Лаки, ищи сиреноголового. Лаки, где сиреноголовый? Где чужой, Лаки? Дим. Нашла. Дим, я его нашла. Дим, рядом, видишь, столб? Да. Дима. Черт, мы его нашли. Я должна туда сходить. Оставайся здесь. Я проведу его. Оставайся здесь. Лаки, со мной. Кто здесь? Я хочу посмотреть на него поближе. Черт, что там происходит? Ирина! Ирина, я иду! Ирина, что случилось? Как он? Черт! Что произошло? Он прям здесь был! Достань бит, скорее! Король! Быстрее! Черт! Подожди. Черт! Да открыто! Достань! Черт! Получается! Черт! Собака спугнула! Лаки нельзя! Собака! Она спугнула его! Он напал! Я хотела незаметно! Оставь ее! О, черт! Вот черт! Что произошло, Лаки? Она спугнула его, она подбежала к нему близко. А, жесть! Он оцарапал меня. У него длинные руки. Эти рупоры. Он убежал туда в лес. Вон туда. Черт, нам надо быстро вернуться к доске духов. Завершить обряд. Да. Иначе он убежит далеко. Блин, я тебя кричала, ты че так долго? Я стоял, ждал, пока ты меня позовешь. Я кричала. Неужели ты не слышал? Я орала, Дима, Балин, прям больно. Скорее, пока он не ушел далеко.
Рука болит. Как? Все здесь в безопасности. Надо закончить обряд, пока он не ушел далеко. Скорей. Скорей. Вот монстр. Вот монстр. Огромный. Как же он? Как? 12-этажное здание. Очень высокий. Очень страшно. Лаки. О, черт. Ты что делаешь? Очнись. Доску. Скорее доску. 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 Сиреноголовый. Прощай. Сиреноголовый. Прощай. Сиреноголовый. Прощай. В порядке? А, черт. Почему собака не спасла? Она спугнула. Он испугался и напал. Я хотела только посмотреть. Ребята, надеюсь, вы увидели сиреноголового. С вами была я, Ирина Ясинская. Пишите ниже в комментариях, кого следующего будем вызывать. Посмотрим, кто кого.